В рамках празднования Дня поселка в Дзержинском сельском поселении были открыты два новых объекта. У дома номер 2 по Новой улице появилась свежая облицовка тротуара, скамейки и урны. В благоустройстве участвовали в том числе и местные жители, дополнив двор забавными арт-объектами и огромным цветником. Во дворе 6-го дома по Лужской улице сделали беседку, тоже с новыми скамейками и урнами, а рядом высадили кусты и поставили зеленого мишку. Сделано это в рамках программы формирования сельской комфортной среды. На самом празднике поселка была выставка военной техники, аттракционы, выступали местные и приглашенные артисты, а военно-патриотический спортивный клуб «Патриот» устроил показательное выступление борцов. Fly!